6 особей, а могло быть больше. Инспекторы земли леопарда задержали браконьера в Хасанском районе. Нарушитель закона выловил сетью 6 особей нерестящейся киты в реке Барабашевка. Теперь правонарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей и исправительной работы, либо лишение свободы сроком до 2 лет. Там вон уже мертвая одна лежит, по-моему, да? Там уже много. Больше вода? Уже много мертвых, да, на берегу. Да-да-да. Во время нереста национальный парк становится роддомом для тысячи рыб. Они заходят сюда из Японского моря. Незаконный вылов размножающейся рыбы на территории земли леопарда не только наносит ощутимый вред природе, но и создает серьезный фактор беспокойства для дальневосточных леопардов. Олег Завьялов, Кирилл Самойлов. Новости на Восьмом.